По случаю 65-летия казахстанского телевидения были награждены ветераны, много лет трудившиеся в отрасли. Граждане, принимавшие участие в формировании национальной школы телевидения, получили медали «Ветеран труда». При этом им была вручена памятная медаль «65 лет казахстанскому телевидению». Ряд специалистов, работающих в настоящее время на телеканале «Казахстан», были названы лучшими в индустрии информации. Ветераны телевидения посетили студии национального канала и ознакомились с возможностями универсальной техники, пришедшей на смену тяжелых камере и проводному микрофону. Казина Сәдуақасқызы Нұрханова. Ұлттық арна Қазақ телевидениясының ұлағаты. Национальный канал «Великая кузница» казахстанского телевидения. 65 лет назад телеканал был своеобразным компасом для нашего национального духа. Можно сказать, что национальный канал – это целая эпоха. Здесь есть отпечаток каждого из нас. Пусть мой национальный канал и дальше будет радовать зрителей. Пусть растет величие национального канала.